5 декабря в Гомельском горисполкоме пройдет аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. Предлагается 4 лота. 2 участка находятся в Романовичах и предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Начальная стоимость первого – почти 5600 рублей. Стартовая цена второго – чуть более 6500 рублей. На улице Лепешинского предлагается построить и обслуживать автомойку. Начальная стоимость – около 8000 рублей. Еще одну мойку бесконтактную нужно построить на улице Хатаевича. Стартовая цена – почти 15 тысяч. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786. We'll be right back.